Зачем? Я, Таргет, например, таргет. я Верена сейчас через хилбот ему боб на цель сразу. Не у всех хилбот есть. Ну, через хилбот не так удобно. Это ладно, ну, оказывается. Ну, фиг знает, я не пользуюсь хилботом, чёрт. Там цель не подсвечивается, метка на нее кидается, и ты кидаешь, сразу видно. Так же, ну блин, просто отпрыжку не завязал, вообще ничего не завязал. Как стоял, так и стою дальше. 10 метров. Просто бесит, что люди просто рейндж ДПС, которые 30 метров могут стоять, подходят близко, нафига я не понимаю. Я всегда думал, что Хан 40 стреляет. Хан стреляет с 30, с талантом с 36. А маг? А не, не так. Хан вообще стреляет с 36, а с талантом 41. Я вообще не понимаю, что он там делал в 10 метрах. 36 метров. Самый большой рейндж из всех РДД. Можно вообще вот тут стоять. Вот тут. Сейчас я покажу звезду. Вот тут вот стоять, короче, и лупить желтого. Просто отсюда. Дима! Дима! Да ты сделал. Да, пиздец. Дайте фулбаку, пожалуйста. Слился, как Макгрегор, выебывался. Да, кстати, может первое, ну, маги пати может у всех по-разному кидаться, смотреть. Так что вы там по никам лучше кидайте. ДПС Рома, я первый буду просто в этом рейде. Дайте нам. Нормально, как ДПС. Вроде стоит, ты понял меня? Стоишь вот тут и стреляешь себе в красного, не подходи туда, у тебя 36 метров, ёбана в рот. Инту лапу. Там маг инту просит. Да тут маги такую разборку устроили. Что я чувствую, мне надо будет на мага зайти, чтобы они помирились, МК между собой раскидали. Ой, бля, пацаны, это ж давайте МК по рейду. Чё вы, Монархус бафает на Муквина, Муквин бафает на Шадумор, на Шадумор на Марахуса. Что вы делаете? Да там какой-то маг бежит. Ну и пусть бежит. Я бью. Чё там? Динамо бежит. Ваня, скопируй, что они там пишут, там, разборки вижу на Мронске, там. Сейчас тут надо пару скринов делать, все не влезет. Войт, иди сюда, подойди ко мне. Сюда. Вот сюда. Смотри, чё? смотри, я пукнул, видишь, газы остались рядом с тобой. Сет, да, такой, сет. Да. Вонючий сет. Все готовы. Иди пей. Все готовы. Иди пей. Начинать? Начинай, бой. Я тебя прошу, не подходи близко к красному слизню, ёбаный в рот, это пиздец. Давай, бой, лужу уйди к зеленому крану. Не врывайтесь сильно. РДД стали в квадрат, все РДД в квадрате. Пилы тоже. Кто стопнули по профу? Стоп по профу. Бейте зеленого. Убивайте зеленого, бейте профу. Дебафом бейте, по дебафам. Погнали. Вовремя ты зеленого заметил. Сбежались к цели. И еще раз к цели зеленого сбежали. Сбежались к Норикса, Суреши. Смена цели. Сбежались к Пим. Вот давайте добиваем зеленого. К Лексусу бабл прожми. Понял тебя. Убивайте. Это еще откуда? Дети профессорские. Пельмени центр.
есть. В смысле не успел, тебе было 4 секунды на валу. Красный, красный выливается. Нет, не надо давать центр. Сука, розета, ты не... Давай на розету, Б. Я в ахуе, блядь, в комбах стоять. Фью. Сразу давай. Беги, как осень. Вы вообще не смотрите, как вы в комбах можете стоять за хила, у которого ренжа на хил тоже 30 метров. В центр пельмень. Комбо секунду. Зеленый. Самому беги, бой. Какого хуя ты подводишь его красным? Да не ори, блядь. Я тут знаю. Я вижу, как ты знаешь. Не смотри, не будет проб. Зеленый. Центр пельмень. Эти все зеленые. Ну нету просто. Эти сбежались все. Квадратику все сбежались. Все сбежались к квадратику. Пельмени центр. Ну уже быстрее, кукла. Смотри. Замедляет. Потом перебиваю чуму. Эти все красные уже. Центр пельмень. Хорош какой-то маг. Вставай сам. Дайте ему сразу иннеры. Иннеры спамбуем. Гимноману пойду. Столб, ты встанешь сам? Нет, нет. Как? Снахильники чудовьем. Это ГП. 300. Пельмени. Колбы, центр. По профу. Ждем зеленого. Бля, не бейте, профа, 36%. Давайте, всех зеленых. Центр пельмени. Давайте, срочно. Геру, давайте. Гимна ХП, это. Может получиться что-то любопытное. Пью гимна ХП. ГГВП. Падайте. Успокойте куклу быстрее. Успокойте. Падайте. Я тебе в прошлый раз сказал. Да надо было наоборот переводить, бля. Либо переводить, либо раньше сказать. По 37% какой дебил будет говорить, бля? 3 минуты, это дуреснить, ладно. Который дерет, неожиданно. Не надо умирать от колб за хила. Бля, ну за хила сдохнуть от колб — это вообще высший пилотаж. Лепис, к сожалению, КД. Ваня, а сейчас ты 6-й по ДПС, что такое? Ты ж конца уже не бил. Остальные лупашили, да? Ну почему? Бывает такое, не видел человек, такое бывает. Ну 300 мне все равно кажется много, но много раз как бы прощали, да? Это ж не первый тренд, от них дохнет. Че ты там? Ты не видишь, че? Разборки маговские? Это разборки. Маговские. Это как новая цель. Че они теперь там? Не, ну и Войд по-уёбски водит, конечно. Но вот эти его комментарии во время троя, я знаю. Ну ты, конечно, круто водишь. Вот эти, что ты мне говоришь, я знаю. Ты уёбок просто. Почему ты не можешь просто нормально, когда тебе говорят, Славик, надо бутылки, не, короче, зеленые не надо пока появляются, чтобы ты идешь.
Надо, чтобы он, когда появляется, ты уже там, понимаешь? Чтобы мы встречали зеленого, чтобы сразу в него переключали. В этом кружочке будешь всегда встречать его, блядь, прям в груди. Ты там, сука, и стоишь, ты нам полбу в центре всегда бьёшь. Пылесосит? А что, в микрофон купишь? Да, дуй в микрофон, блядь, чтобы успокоить. Пошёл нахер. Дайте шкаф, пожалуйста. А чё, Рома, всё? А у читерши есть ВДК? Он ФДК. Сука, босс мой ФДК. Не говори. О, тыкните на саму. Кто за то, чтобы я качал второй ВДК? Чей шамана лучше? ДСР, ты играешь на X5? Не понимал, что с шаманом делать? Нормально, камни на B5 поставишь и будешь хилить. Цепуха. Быстриной пока, да? Маленькая волной. Она кастуется быстро. Я хоть таким способом хули приста свою обгоню по ХПС. Да. Да что там шаманом цепуха и все. Ну одна кнопка, найди. Ума много не надо. Давай-ка бафы, давай-ка. Я дал 7 кп, кто умирал, если что, если ты не видел этого. Можешь зайти в ЕПГП и посмотреть. Может, оповещение просто выключено. Дайте баф. Кто в третьем, потому что Дима по голосу уже капец какой злой. Сейчас он будет больше ЭП, если шо. Пиздец. Единственное радует, что я не баба, так бы пизда сорвался бы, ну просто. Сейчас прикиньте, если кто-то умрет тут. Что не хватает. Ка, дайте маги, разберитесь с этим, сука, ебучим МКФом. Написал Монархус на Мунквина, Мунквин на Шадумор, на Шадумор на Монархуса. Сука, бафайте, как я сказал, и все. Ебали нахуй. ГК, да ты тут? Я даже ссать хочу, но думаю, лучше потерпеть. Букву О пропустил, Виталий. Воздержание вредно. Все готовы? Пей. Протопал. Пей. 3, 2, 1, Войт Агри. Бейте профал. И нормально этого ебучего профал. Заебал уже. Отводи под зеленый. РДД стали в квадрат. Все РДД стали в квадрат. И вы тоже. Стопнули по профу, стопнули по профу, ждем зеленым, бьем все зеленым. Зеленого играем, замедлить зеленый. Все в квадрате. Не подвигайтесь, все, разбежались. О. Там просто мы уже кинулись, царь зверей, бэры гемеопатия, царь зверей, бэры гемеопатия. Кэдэ, Дима. Матрёха Бэра, гемеопатия. Кто-то другой поднял, у меня остался, я понял. Сбедитесь через черепку, к черепку все сбежались к черепу. Смотрим смену. Сбежались к черепу. Красная смена. И смена, смотрим, сбежались, смотрим, кому боб, говорю, боб, сбежались. Боб на этого, на пимпа, боб на пимпа. Дал. Это еще откуда? Без нитотем, ты встанешь сам? Добейте да, зеленого. Да. Вставай. Матрёха, БПР и Лексус, Матрёха, Лексус, БПР. Матрёха, БПР и Лексус. Смотрим, красный. Пельмени центр. Эти все красные.
Беги. Беги, 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 Азион, беги. Беги, малышка, беги. Убей. Пельмени в центр, смотрим, сейчас будет зеленый. И колба. Бля, Войт, ну ты пиздец, надо профу было отвести. Да пошел в жопу, сука, он сам стоит, ты не видишь. Видишь, где я уже? Смотрим. Страси в РДД в этого, в квадрат. Все РДД в квадрат стали резко, резко, резко. Все РДД в квадрат стали. Пельмени в центр. Бейте. Все в зеленом сбежались к цели. К цели сбежались к матрёхе. К черепу все сбежались к матрёхе. Добивайте зеленого рейша. Пимку сбежались. Добивайте. Все добили. Хорош. Сейчас будет красный. Пельмени в центр. Пельмени в центр. Я откатился дальше. Хорош. Бейте все профа. Смотрим, красный выливается. В Сенза есть Б? Ну он тратил. Угу. Бейте все красного. Красного все бейте. Войд, тут оставляй колбы. Потом поведешь к зеленому. Ну не в центре же оставляйте колбы. Идите все в колб, потому что у нас танки в центре оставляют. Почему-то хер его знает. Куда мне выводить? У меня что, скорость? Все, стопнули ДД по пробу, стопнули ДД по пробу, стоп ДД по пробу. Стали все в квадрате, в квадрат все РДД стали, РДД все в квадрат, и бейте зеленого, пельмени в центр. К Мунквину сбежали, сбежали с Мунквину, резче, 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 резче. Переводите профа, переводите профа. Выпиваю лужу. Все, давайте, у кого зеленый дебаф, ближе к квадрату, у кого зеленый дебаф, ближе к квадрату. Кукол, замедли второй раз красного, потом на половине, когда будет. Все, давайте, сбейте все зеленого. Давайте, 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 давайте. Сбежитесь к цели. К цели, сбегите с цель под профом. Все под профа сбежали. Сбежали все под профа. Гимн на ХП поет мозгача. Гимн на ХП мозгача поет. Гимн на ХП мозгача. В Геру давайте. Геру давайте. Я не успел, он, короче, это, блядь, с кукла была. Здесь добивайте зеленого, добивайте зеленого. Красная смена не замедлит. Красная смена, бок на этого, бок на... Все, бейте, и бейте все этого, профа. Бейте все профа. Пельмени, центр. Пимп, уйди с лужи, блядь, Леша, что ты там делаешь? Как ты тут пора, давай, забирай, блядь, забирай. Гефестиум кидай на этого, на Войда, диван, Гефестиум. Гефестиум, ты в РК? Блядь, диван надо кинуть, Лексус, кинь диван на Войда. Божественное вмешательство. Божественное вмешательство называется спелл. Что, кинули Славу? Да, Лексус кинул. Ну все, тогда забирай. Все забивай, профа. Пресники в тош. Идите на кровь. А танк нихуя не может. Я охеренный. Проф раньше нормально ходил, ну типа... за танком. А сейчас он кидает вот эти пузырьки, ну лужи зеленые на пол. И смотрит на него, блядь, стоит как бы. А кому осколок? Кто сейчас осколки забирает? Мне давай трупное. Трупное окончание. Против трупное окончание. Окончание, блядь, я окончание. Окончание, блядь. Ограничение. Ограничение. Кому-то меч. Меч еще раз. Рольте меч. Ты можешь не плакать, Розета, я кину себе ГП. Не умирай. Просто разроливай лут. Кто
вообще раздета, тебе тоже надо я кинуть ГП, я забыл, ты там умирал от колб 300 раз и от пельмени раз сдох. Я тоже тебе накинул. Давай, мне завязывать, блядь. 300 раз, что это, 10? Они хотят честной игры, 30. Будет честная игра. Да все, хватит, ну, ругаться. Еще, блядь, откурились. Разве это ругань? Там, мне кажется, в первой пати там пиздец, что происходит. Кто там выше всех? Лучше всех. Я... Ваня, чем там закончилось все с магами? Так, смотрим, кто там выше всех. Я, вот. Ой, Войт, блядь. Джейс, Войт, блядь. Не Войт, если что, это я, Войт. Без шаманов не пойду, я на смерть верну. Эх, похер. Бейте трэш. Трэш бей. Ваш кот умирает. Ну кот-то сарис, блядь, как тут еще это ТФК? Сдохнуть на трэш. Еще раз? Тресните, пожалуйста. Я живой, врача. Дреснитесь с раздверей, пожалуйста. Так, давайте, я контролю звездочку. Чав контролит кружочек, и ромбик контролит кокосию. Давайте. Ребят, погнали, контроль. Опа. Есть. Бейте. Звезду. Сагрите звездочку. Давайте агрите звездочку. Кружочек. Сейчас тоже поставлю. Значит, я звездочка. Мозгачал кружочек. И триумф этот ромбик кокосы. Тактика добьем. Давайте контроль, как сказал. Есть, все, бей. Все, крест играем.
Бля, чистили краш? Суманите меня, пожалуйста. Ты уже накинул ГП, Лёша, за ПК без предупреждения. Не надо, Джерри, не надо. Суманите, пожалуйста. Шкафа нет. Ой. Да я не обыкашен. Парни загружаются. Я в Гримар вообще не был. Ну ты посмотри, где я нахожусь, в какой локации какой. Кто-то читал на форуме, там Даня репорт написал, что жнец у нас поглощается физухой, а должен поглощаться иммуном. И вот это сейчас нет. 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 Я повис. Хуже или лучше? Это будет хуже или лучше? Больше дамага будет проходить. Считай, брони сколько? 70% в среднем резист. Считай, с 50 тысяч сколько? 15, да, с чем? 16-17 тысяч попадает жнец. Без прожима клыка. А без прожима он должен под 40 с чем-то бить. Учитывая резист. Короче, чтоб ты понимал, Виталик, танк, ну типа, нормальный танк должен получать 7 миллионов, в отличие от маги. 7-7,5 где-то так, за бой. А получает? Да. Получает он 4 где-то, 3-3,5. Так это не только из этого жнеца, это просто там. Ну так еще там. Да не, типа. По логам то, что Даня кидал, типа, фуловый мишка получал 7,5 миллиона за бой. Кого ждем? Он тупо ждет. Бафы? Бафы ждем. И бафа, 300 баф, на тебе вам раз. Он будешь говорить на дне? Типа Гэльт на одном, Войт Кнай на двоих породистый, напулишь на Войт Кнайта, я, Мозгачав и породистый сидим на кинетике. Так, я, Кокосина и породистый на кинетике, Мозгачав может бить босс. Все, давайте чек. Не туда тебе пройду магию. Будет гораздо опаснее для танка. Все, начинайте. Для тебя точно, блять, Войт. Думали, что одолели нас? Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Так, куни делаешь. Восстанки был досадным недоразумением. Сила света позволит Валанару свершить обещание. Нити Марахус. Типа отбивайте его, кинайте. Сейчас скажу. Деру шмот. Это не героизм, а жажда крови, ты понял? Знаю. Давай, Мозгачав, подбивай кинетики, там пробистый сдох. Кто сказал троим людям, которые бьют кинетики? Три кинетики, для каждого по кинетике. Могу БРнуть. Летели точечки. Пим, беги, хорош пим, бежишь красиво. ГП. А чё?
Че это за хуйня сейчас? Бим не беги тут от бомбы. Я двигался вообще-то. Джерион, это залупа какая-то, я вообще-то двигался. Надо бежать от рейда, а не к рейду, когда ты Видишь, где твой труп? Смотрим, где твой труп. Розетта, Азион, я. Кто тут еще? Гемопатия, Шадоумон, Мозгачам, Породистый и Монархус. Ты бежишь к рейду. Ты даже твой труп видно, как он лежит, и бежит к рейду. И роб и скрим. Можешь заткнуться и послушать, тупой? Я стоял тут, блядь, со всеми. Не стоило и отвлекаться. Так надо бежать от рейда в этот момент. Ну так я начал двигаться, блядь, и я первый раз вижу, что эта хуйня всех ваншотает просто. Там, короче, ну и Дима не прав, и ты не прав, если чё. Он должен разрядить его по игрокам, а не просто так. Но он да. не должен его взорвать в рейде. Не знаю, надо тут ваншотает, получается, когда игрок не бежит, а он должен бежать, короче, бегать. Но когда ваншотает, поэтому... только когда вот этот второй босс на этом большой, когда на нем хп. Да если это, хп нет, то оно не ваншотает. И там, не знаю, всегда по рейду бегу, разряжаю нормально, просто не надо, мало пробежал, оно всех убило. Так я говорю, я вот стоял, где вот эти вот все трупы стоят, да, я начал бежать, блядь, и тупо словил ваншот, я хуй знаю, что-то за голову. Ну это твои проблемы, потому что ты на ранже не стоял. На втором боссе, когда он активен, хилы от Дэн ранжу выходит. Если РЛ нуб. Никакой хил не поможет. Ни один хули приз не спасет. Не, ну так она вообще может по факту так вот сваншотить на. Бля, Джерион, 300 Бимп, ГП. Какой же ты конченый, да? Иди нахуй. Псих. Привет, тролль. Троллинг. Бери пацана в рейд. Там кто-то мало дал. Джерион, не дохуя ли ты мне ГП дал? Нет, нормально. Ну, вайп рейда 200 ГП. Можешь за каждого персонажа по соточке накинуть. Там у тебя и так было 2,5, так что 300-200 роли не сыграют. Ну ладно. Они быстрее скинутся наоборот. У тебя 2,500. Ты забрал сердце ГП, когда оно выходило, или что? Ой да, блядь. Ну так она вообще по факту должна ваншотить вот так вот или чё? Да. Такое бывает, когда он только появляется как голем, и сразу его убивает. Она не должна идти на милика, а на РДД должна. А у нас она пробивает из милика лупашку. Значит, в рейнже мало времени. Он стоял в мили-зоне, дайте его убрать, бал порадит. Да мало, это да 10 штук. Чем тебе мало? Ну так демон стоит в мили-зоне. Почему демон стоит в мили-зоне? 11. Потому что он дебил. Понятно, тут? Потому что, да. Потому что да, я готов. Каноп. Я каноп, блядь. Все, готовы, погнали, погнали. Давай, на пуль породистый. Инты нету, инты нету. Думали, что одолели нас. Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы. А на что тебе такой мелкий ДПС ШП 6.4? Чего? ДПС маленький. Ничего, что ты мне назначил на кинетику. Не про это, я про проф посмотрю сейчас. Не про это после слова не сказал. Выход, как бежать. Выход, сука. Это моя кинетика, Павел, бейте босса. Я в нее такой. Все, не бейте, бейте босса. Смотрим, смена.
Дети кем? Матрёха, поднимай Норикса, а царь... Надо, он завис. Он завис, он завис. Ой, уже. Пикеру, давай Пикеру убейте все этого. Толбаром, не Валамар, Валамарова. Тарана, давай. Вот он сейчас Голем будет. Еще через 5 секунд будет. Сотрясающий вы, я понял, бейте тогда этого, бейте Валамара. Кинетик. Разбежали все могучие вы, разбежались. Все, бейте, бейте Валамара. Скиньте спайки. А чё ты говоришь, все могучие их? Потому что великий разрыватель. Это просто могучий. Всемогущий. Джерин всемогущий. Новое звание придет. Сделала меня неуязвимой. Джерин Петерс подключит звучит. Через это бейте, Келли. Давайте, Келли. Давайте на милики пофиг. Массами, не массами, там два ляма бейте. Резинку на просто все попритягивает. Губам. Сука, урод. Кому там Москва? Лицо в спек. У кого там разборки в Бронксе? Слышь, вы? Слышь, чё? Чё? Есть чё? Джерин, надо на пинка зайти, короче. Слышь? Погнали, Бекин. Я приду. Не лезьте, блядь. Стрелять, короче, просто немного. Только шли. Давайте войско, давай. Не дали, а это дают свой барган, а вот так. Виталий. Подожди, я сейчас умру и отвечу. Ты умер? Нет. Где? ВРК на аватарке, это ты? Это я. Бля, это приятно познакомиться, да? Красивый пиздец. Да, красивый короб. Он ВРК, а не ВРК говорит. А чё там ВРК? Ничего.
что ты от меня скрываешь, блин? Ты ж капец, ты жирный, у тебя фотка ВК. У кого, у меня? Не. Ну, Виталика. Где, блядь, я жирный? Ты на свою рожу глянь, такая ряшка. Покажите мне ряшка. А, в РК, да. Чё жирный, блядь? Не жирный, 115. А, уже опухшая просто. А рост как рост? Ну то на море, конечно, опухшая. Утром, блядь, начал. 2 метра. 1.50 м. Ваня, продемонстрируй нам свою фотографию. Да не, я стесняюсь. Ну давай, покажи. Можно в личку. Чтоб ты потом на нее передернул. Потом фото, где Олег кидал ты в WhatsApp, и Олег, то ты был, короче? Не, не я. В смысле, нет, ты что-то меня гонишь? Да нет, это не я. Да вроде ты. В Киев приезжал, как мы то? Я же не приезжал, то это, может, за Ливен был. Да, в натуре. Я в Киев приезжал, только когда диплом сдавал на подпись постовой. Покупал, хотел сказать, да? Да нет, там у бывшего министра диплом не купишь. Ну, мне кажется, как раз у бывшего ты и купишь. Да, за сколько? За 100 тысяч. Заходи, Леша. Ну, если он с партии Януковича, то за 3 пачки сигарет, я думаю, можно. Да нет, то еще при Януковиче был премьером. Здесь у кого-то. Че-то при Януковиче, при Кучме. Ты, блядь, диплом при Кучме получил? Нет, это кто там был? Янукович был, а министром вот этот мужик. Ой, был, блядь, это при Кучме все были, блядь, с министрами. Тоша, ты зайдешь, алло? Да, сейчас зайду, одну секунду, я на полетчике просто лечу. Есть здесь? Жужин. Есть? Джипс. Сейчас, 20 секунд захожу. Сука, да джипс есть? Хромобот. Нет. Хоровод есть, давайте возьмемся давай. В руки. Давай. Возьмемся в ноги. В руки. Один пиздец самогон. Ты что там, куранул? Так что, есть что починиться? Да. Дай тебе туда. Димон, закинь вместо Вани и Шамана к нам в пати, лисни до темы. Чё? Закинь лизни тема вместо Вани к нам в пати. Спасибо. Чинилка есть, алло? А зачем тебе шаман в пати? Элим. Таремр. Дайте джипса. Джерри, ты умасуешь ГП. Бля, какой же Джерри? Беспредельничек. Давай не чекну баф и готовность. Сейчас баллон на самолет тыкнуть. Еще раз. Ты можешь такие акции там делать после рейда? Зачем это делать во время рейда? Читер. Они ж все равно опять сейчас булки расслабят, блядь, пиздец. Не, не расслабят. После рейда не могу. Поставьте маму. Пикада, ты тут? Джерин, ты заебал или в ей есть, сука? Я жиряем, иди в жопу. Не, лимонный.
Не знаю, не ел ананасы. Чё ты? Ты не ел ананасы? Ананасы, желе не ел. Его сложно сделать. Ну да. Ананасы на блендере, там с водичкой желе добавил. Всё, ноги. Войт и Багель побежали. Войт, хочешь попробовать моё желе? Сбежали, сбежались, давайте. К центру все. Опа. Есть, умели. Сбежались к центру. Гекада, беги. Там кто там? Царь зверей. Отлично. Дайте баф. Царь еврей. Стоп, 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 беги. Поставьте в центр на антистрах. Просто сбеги. Стало понятно? Шли все от центра, набрали ренджу, давайте какие-то деф. Что там, покусали ребят, да? Давайте, Гер. Алло, алло, алло. Войт, забери босс. Просто скинь игру. Ты на там лицашке хорошо, а не в зеркало почему-то. Сбегали спад. Кумин давай. Он покашлялся. Тяша, беги. Маны стал позалить. Люди, сейчас поедим, ну. Убивайте. Ну, поставьте тотем антистрах в центр. Покорите, Гер.